Так, здорово, бандиты. Сегодня решил сделать то, что хотел очень сделать очень давно. Если вы смотрели видосы от Ола BMX, там он цеплял на велосипед хомуты и гонял, короче, по снегу, там по всякой фигне. Вот сегодня, значит, поеду, их куплю и нацеплю, посмотрим, как это, стоит ли это того вообще. Да. Никуда. Начал пиздеть, типа, ну иду такой, здорово, бандиты, сегодня, типа, если вы стрелили там видосы Ола BMX, типа, вот хочу то же самое сделать. Мимо меня проходит девочка, смотрит, мимо меня проходит бабушка, а, на меня, навстречу идет бабушка, я иду такой, типа, снимаю, она думает, ёб твою мать, и до нас добралась все это, буржуазия ебаная. Приехали в магазин нашего самого крупного спонсора. Это магазин Материк. Спасибо им, что не дали мне даже зиму. Блин, мы, короче, хомуты не можем найти. Сейчас найдем кого-нибудь, чтобы спросить, где они продаются вообще. А, эти здоровые просто. А сколько они? 4 на 300. 4, а эти 5 на 300. 5 миллиметров ширина и 4 миллиметра ширина. Какую брать? Широкий или узкий? Широкий. Так, значит, купили хомуты, самые широкие, которые там были. Сейчас поедем домой и будем пробовать что-то сделать с этими хомутами и моими колесами. Все получается, хомуты вроде как подходят. Сейчас все это поставлю на велик и поедем куда-нибудь тестировать в каких-нибудь горах. Блин, ну все, короче, сделал, смотрится вообще мощно. Просто мощные колеса такие, блин. Уже хочется быстрее погнать, короче, на какие-нибудь горки. Там, где, знаете, дети на санках катаются, а тут взрослый дядька, короче, на велосипеде зимой. Вот, в общем, все, сейчас переоденусь, надену защиту и все, сразу гоним.
все, короче, откатали. Сейчас поедем на какую-нибудь большую горку и протестируем еще на какой-нибудь горе здоровой. Вот. Может быть, зайдем еще в лес и в лесу какого-нибудь покатаемся по бездорожью, посмотрим, как по бездорожью. Но на обычной и на плоской дороге держит вообще офигенно. Короче, все, поехали дальше тестировать. Или нет. Ладно, потом приехали. Короче, приехали на горки. Сейчас пойдем попробуем с тех вот маленьких, а потом пойдем на какую-нибудь большую. Покажи большие горки. Короче, ты когда едешь по снегу, он вообще круто держит. До того момента, как ты начинаешь поворачивать. Как только начинаешь поворачивать, все, тебе пизда. Блин, здесь было сыкотно. Сейчас едем еще с этой горки и поедем протестируем где-нибудь в каком-нибудь лесу по снегу. Так, ладно, пока у оператора замерзли пальцы. Вообще, с этой горки вообще нормально было съезжать. Короче, когда едешь по снегу, вот по такому, когда, ну, то есть не накатанное, а снег такой нормальный, то ехать вообще четко, на горке вообще не скользит. Вот, а по льду, вот по вот этому, вот по такому льду я как-то ссыкую съезжать. Поэтому сейчас просто пойдем в какой-нибудь лес, потестируем на каком-нибудь таком, где сугробы какие-нибудь, там попробуем поездить, посмотрим. Ладно, в общем, смысл такой, то что по утоптанному снегу ездить вообще нормально, по маленькому снегу, когда он там сантиметр лежит, тоже нормально ездить. Когда снег начинается вот такой, как здесь, глубиной, ну я не знаю, ну сантиметра 4 здесь снега, то все, это уже вообще не вариант. И очень круто ездить с горочек, как бы малыши, короче, на горках, на санках оценят ваш креатив, и мамки будут в ахуе, так что вот так, короче. Ну, на этом у меня все, спасибо, что смотрели мое видео, всем пока! Нормальные пацаны катают своих девчонок на BMW, а я катаю свою девчонку на BMX. Выбрались в поле снять видос, и на камеру, надеюсь, что-то будет слышно, потому что наша ветрозащита, надо запатентовать, короче, губку ветрозащиты.